Горецкий Максим Евгеньевич. В свои 14 лет барнаульский юноша получает награду от самого министра внутренних дел России и генерала полиции за мужество и активную гражданскую позицию. В ряды юных героев он попал наравне с другими школьниками, кто также не побоялся бороться с преступниками. Особая сила духа и самоотверженность требуется, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем. Каждый из ребят, став свидетелем противозаконных действий, не дрогнул, не испугался, отреагировал грамотно и решительно. Случилось все прошлой зимой. Максим привычной дорогой возвращался из школы и заметил страшную картину. Двое нетрезвых, мужчина и женщина, отбирали пакет с продуктами у пожилого человека. Да ну, ты че? Но многие люди, к сожалению, проходили мимо. И поэтому я вызвал полицию, потому что отец меня учил, что всегда нужно помогать слабым в трудную минуту. После приехал наряд полиции, и грабители были задержаны. Доказательством преступления стало это видео, которое мальчик снимал на телефон. Радует, что то, что в наше время существуют такие неравнодушные дети. Он же неравнодушен, не прошел. То есть как бы я рада, я горжусь даже своим учеником. И, конечно, особую гордость сейчас испытывают родители. Они уверены, Максим станет достойным примером для своего младшего брата. Анара Шагирова, «День с толком».